наверное, больше с локаутом связано. Я просто хотел бы для себя оставить так называемую опцию, чтобы иметь возможность уйти в НБА. На сегодняшний момент у меня нет контракта ни с одним клубом в Национальной баскетбольной ассоциации, поэтому немножко тяжело, проведя 10 лет в Америке, в сильнейшей лиге, так вот в одночасье бросить все и уйти. Вот, мы заключили сейчас контракт на 3 года с этой возможностью. Вот, сейчас, может быть, я не до конца понимаю, готов ли я к тому, чтобы уйти и зачерпнуть эти 10 лет и сказать, все, я проиграл. Вот, поэтому я хочу оставить эту возможность для себя. Вот, у меня будет сейчас примерно месяц-два для того, чтобы поиграть в России, действительно вернуться в российский баскетбол и, может быть, принять действительно окончательное решение.